Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Сергей Сергеевич Соломко, русский художник, акварелист, график, член Петербургского товарищества художников. Сергей Сергеевич Соломко родился 10 августа 1867 года в Санкт-Петербурге. Был крещен 12 сентября в Исаакиевском соборе. Происходил из потомственных дворян Черниговской губернии. Сын полковника Сергея Афанасьевича Соломко, состоявшего на службе при великом князе Константине Николаевиче и Ольге Фаустовны Занадворовой. Детство художника прошло в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга Стрельни. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где учился в 1883-1887 годах, а затем был вольнослушателем Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. В конце 1880-х годов начал сотрудничать с художественными журналами в качестве иллюстратора. Первые известные его работы в этой области были опубликованы в 1888 году в журнале «Север». Одновременно начал сотрудничать с журналом «Нива». Рисовал для журналов «Мир искусства», «Шут» и других. Выполнял для издательства Суворина иллюстрации к произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Выполнял афиши. По его рисункам издавались открытки. Создал несколько серий открыток на тему русской старины для издательства «Лапина». Я цитирую Википедию. 1900-е годы стали пиком популярности и востребованности художника. Популярность принесла не только исторические акварели и книжная графика, но и работы в области ювелирного искусства и костюмов. Художник создавал модели для императорского фарфорового завода, сотрудничал с ювелирной фирмой «Фаберже». В 1903 году исполнил эскизы древнерусских костюмов для костюмированного бала в Зимнем дворце. С 1910 года постоянно жил в Париже. Живя во Франции, продолжал активно участвовать в художественной жизни России, в частности, принимал участие в выставках. В это время Соломко пишет акварели, воспроизводившиеся на открытых письмах издательства «Ришар» и «Фельтена», и иллюстрирует для французских издательств книги «Адольф», «Мадемуазель Мопен», «Праздник любви» Верлена, «Ночи», «Мюссе», ну и так далее. Для издательства «Лапина» в 1921 году он создал серию открыток на тему русской старины. В том же году принял участие в выставке художники Императорской академии художеств Петрограда. В 1916 работал по заказам комиссии для сбора и хранения трофеев настоящей войны и увековечивания ее памяти потомства, занимавшийся созданием музея Первой мировой войны. По просьбе комиссии писал портреты кавалеров ордена русского экспедиционного корпуса во Франции. Находясь во Франции, Соломко стал обращаться к новому для себя виду искусства – театральному костюму. Известны два примера его работ для крупнейшей балерин начала 20 века – Матильды Кшесинской и Анны Павловой. В 1921 году участвовал в выставке художников Императорской академии художеств Петрограда, открытой в Парижской галерее «Магеллан». Во второй половине 1920-х годов Соломко тяжело заболел и умер в 1928 году в русском доме Сен-Женеве-де-Буа, похоронен на местном кладбище. Вот так вкратце из Википедии о Сергее Сергеевиче Соломко, русском графике, художнике, акварелисте, членом Петербургского товарищества художников. Пока-пока, до свидания, смотрим его работы.